Фамас! Блять, у него Фамас, подождите. Что, давайте. Первый сундук и сразу Фамас. Готовы? Читаем ВАК. Раз, два, три. Просто Фамас, блядь. Ну, ну ладно, альтернатива Фанамасу выпала, похуй. Ебучая альтернатива, да? Ну неплохо, согласитесь. Закрывайся. Ага, у тебя что-то интересное, да? Bigger than me. Так, Фамас, да охуенный Фамас, смотрите. Охуенно же. Оп. Так, все. Надо дерево добывать. Бля, почему у меня 63 пинг? Объясните мне, пожалуйста, 63 на, как бы, на Европе. What? Я не понимаю. Ну ладно, мне как бы хотя бы без разрывов соединения, это заебись. Без разрывов и все. Это заебись. Мне нравится. Оба. Так, заебок. Оп. Там сундук, да, был? Все нереально, стрим против меня просто идет. Я просто не могу, блядь, ничего, нормально. Хуярить. Реально фризит у вас, что ли, ребят? Сильно фризит? Блядь, криворукие обезьяны Microsoft, блядь. Зачем выпускать обновления и насильно обновлять пользователей, если вы это обновление даже не тестили? Microsoft, к вам обращение, блядь, обезьяны нахуй тупые. Пиздец. Зачем? Бля. Ладно. Nice try был. Еее, бои! Тайминг поймали. Главное, чтобы нас в очко не выебали. Опа, прыгает, прыгает. Так это другой. Да ты че, ебаться? Это другой чел, тихо. Лучшему стриме. Желаю побыстрее свалить из рашки. Спасибо, братан. Спасибо огромное, это реально приятно. Спасибо. Там другой чел был, да? Ладно, закроемся здесь. Спасибо огромнейшее, Zoom KG, за 20 рублей, за то, что комиссию погасил. Спасибо, братан. Спасибо за теплые слова. Да. Серьезно. Оп. Я реально видел другого. Я видел не бабу, а мужика. Мужичка, мужичка видел. Хм. Ладно. Ну, раз не вижу сейчас, найду, наверное, потом. Ладно. Опа! What the fuck? Увы, без снайперки погоняем. Да ты че, ебаться? Спасибо огромное, чисто флекс за 20 рублей. Спасибо. Спасибо за 20 рублей, братан. Спасибо. Пытаюсь. Но ебучий Microsoft не дает. Нет лагов? Лаги. Бля, кто-то пишет лаги, кто-то нет. Ребят! Пиздец! Я реально. Как мне, сука, нормально стримить? Все. Каждый стрим все хуже и хуже. Все против меня идет. Я делаю все для того, чтобы пиздато стримить. Но. В смысле, лагает. Долбай, иди отсюда, давай. Я не понимаю. У вас фризит как? Типа, именно картинка залагивает или стрим обновляется? Скажите, ребят, как у вас? Картинка? Картинка? Нет лагов? Бля, вот видите, сука, реально, у кого-то не лагает, это значит, и у кого-то лагает. Соответственно, у кого...
У кого лагает, значит, блядь, проблемы какие-то, соответственно, блядь. Почему пришел какой-то школьник, мне говорят, дис, блядь, за то, что у тебя лагает. У чувака лагает, он мне дизлайк ставит, пиздец. Вот кто-то говорит хорошо, кто-то нет. У кого, ребята, нехорошо, наверное, не знаю, у вас проблемы. Потому что у некоторых нету вообще лагов. Соответственно, блядь, лол. Не у меня же проблемы, правильно, если у кого-то вообще не лагает? Блядь, такие лоу хп было, пиздец, мне жалко его. Да. В любом случае, стримить нормально нам не дается. Как всегда. Да, давайте, ладно, не буду с этой охотничьей ебашить. Возьму фиолетовую, нормально. Блин, а теперь кристаллы по-другому выглядят. Они более не прорисованные, что ли, стали? Просто раньше как это HD было. Не лагает. Я привык смотреть на 20 FPS, так что никогда лагов не замечаю, в смысле. Должен смотреть 20 FPS мой стрим. Да ты чё, еб***ца? Спасибо огромное, Шек Луми, за 20 рублей. Ну ёбнутый на всю голову. Орёшь как ебаный. И за это я тебя очень люблю смотреть. Спасибо, Клуми, спасибо за 20 рублей. Ебать! Ебать! Black Suit, спасибо! Удачного тебе стрима. Спасибо, Black Suit, огромное за 380 рублей, братан, за то, что комиссию погасил. Спасибо огромнейшее. Спасибо, братан, за поддержку. Hello, hello, my friend. Спасибо, Black Suit, братан, спасибо за поддержку. Ладно, давайте, ребята, я вот проверю реально, лагало ли у вас после этой каточки, right? То, что это странно очень. Все реально против меня идет. Не могу нормально постримить. Ебучая винда обновляется, когда этого не нужно делать. Потому что кривое обновление. И все. Ну ладно. Все равно пытаемся тащить. Ищем фамос. Ищем фамос, ребят. Я у всей игры играю 20 FPS, так что картинка для меня привет. В смысле? Почему у тебя 20 FPS не должен у тебя стрим быть? Вот эти чуваки пишут, не лагает. Соответственно, ребят, у кого лагает, сделайте что-то с качеством. Пониже там сделать или что-то еще. Потому что кто-то даже не жалуется, правильно? Раз люди не жалуются на лаги, соответственно, у тех, у кого лаги, это у них проблемы, а не у меня. Пип у вас играет, понял. Даунтаун, наверное, какой-нибудь. Или Owl of Things. Яблоки. А, кстати, яблоки, вы говорили, под деревьями какие-то яблоки. Их ломать надо или они прям просто под деревом лежат? Блять, ну... Или может ломать до конца дерева надо, нет? Да ладно, ты чё, не буду ломать до конца дерева. Спасибо, Денис. Привет, Пукин, за 20 рублей. Здорово. А в какую страну переехать собираешься? Скорее всего, Украину, братан. Спасибо за 20 рублей. То, что это СНГ, типа, ближе... ну, типа, русскоговорящие все, типа, много блогеров, много всяких мероприятий ютубовских, и мне, типа, скучно не будет в любом случае. Спасибо, короче, Денис Пукин, за 20 рублей. Вот. Bigger than me. Фамос говно? А, ебать, он реально, сука, вот так дал меня, что ли? Фамос! Блять, у него фамос, подождите. Я по звуку, сука, понял, что это фамос. Где фамос? Тихо. А где? Он вниз упал, что ли, по-моему? Он реально вниз упал. А? Тихо. Опа! Что это у нас? Фамос! Ну чё, тестим Фамос? Легендарный. Так откуда его ёбнули? Откуда этого чувака ёбнули? Его какой-то снайпер убил. 89 метров. Ой. Я только сейчас... А, вот откуда. Блять. Ай, смотрите, сука. Ладно, тут уже выход один. Да, блять. Ну, чуваки, ну, камон. Отъебитесь.
Надо облетать. Реально облетать надо. Там лампа была, но я не успею. Здорово, ребят, всем. Джунди подвисает, блядь. Надо посмотреть, что со стримом. Кто-то говорит, подвисает, кто-то нет. Бля, Фамас еще не тестил, ребят. Нормально. Они там перестрел... Во. Блядь. Да что-то мне не особо нравится. Пока мне не особо нравится. А, вон второй еще сзади, смотрите. Бля, не нрав... Да блять, алло! Вы издеваетесь? Смотрите на это просто. Ну, блять. Что это за сумасшествие? Почему все меня со всех сторон ебут? Потому что Фамасу увидели, блять, или что? По-моему, реально Фамасу увидели такой. Так, это мой чувак. Блять, он видели, как ты пошнулся, пиздец? Давай, 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 сюда, сюда, кам, 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 кам. This is John Wick. Игла, нихуя, Джон Уик реально настоящий. Не фейк. Так, это мои лестницы. Бля, ресов нет. Это плохо. Там чувак из зоны выбежит ко мне или что? Я проверю. Здорово всем. Стрим-снайперы? В натуре стрим-снайперы? О. Нормально прилетело. Так, помпа. Извини, снайпа. Но сейчас мы будем именно так играть. Нам нужно затащить. Снайпа, конечно, это очень заебись, особенно фиолетовая. Но на ближней дистанции это мне никак не поможет. Я проебу в ближней дистанции. Так, там дерево, по-моему, было, да? Я не взял просто. Проверю. Да, я много еще не взял. Вон, патрейти не взял. Долбоеб. Да ты че, ебанце? Коми, спасибо за 22 рубля. Я тебя, сука, просто обожаю. Короче, удачного стоима. Не падай духом. Спасибо, братан. Спасибо огромное, удачи, давай, братан, спасибо за 22 рубля. Спасибо за поддержку. Вот сейчас как раз снайпа нужна. А я ее что сделал? Правильно, выбросил. Можем, можем, вот. А нет, ладно, не буду. Надо аирдроп взять. Тихо. Пол сломаю. Бля, урон не получил, пиздец. Обидно. Не знаю, Фамас вроде, знаете, как будто отдачи у него нет. Реально, как будто у Фамаса отдачи нет. Так, ну тут снайпа есть, хуйня, конечно, но я не буду брать, поэтому... Бля. Сука, давай, Джонни, ебаш! Чуваки, здорово! Подписывайтесь обязательно на канал, если вдруг не подписаны. Сука стоит, ребят, я ебал обновление винды, которое, блядь, все портит просто. Я проверю обязательно после этой каточки все. Лагает, только нет. Ну я сейчас просто, если я разверну ОБС, у меня Fortnite крашнется, прикиньте. Да что такое, блядь? Вообще похуй. Дима, реально вообще похуй. Бля, нормально, кстати, с Фамаса раздали. Но он АФКшил, походу. Потому что он реально получил поебалу и стоял на месте. Там сверху, блядь, есть вот верхние чуваки нам очень, типа, опасны. Потому что у нас нету ни снайпы, ничего такого, что с чем мы могли отхуярить их. И вообще, вот эти 4 хп я бы с радостью восстановил бы. Я, в принципе, этим, наверное, и займусь сейчас. А, нормально. Подождите, это очень хуёво сейчас оступ... Блядь, что происходит? Почему пингует? Блядь! Что происходит? Почему пингует? Чё? Да. Я просто в ахуе, что происходит. Блять.
Ну, Найс, короче, блядь. Джонни, как всегда, во время обновы не может постримить. Стримы вылетают. Чё, кто меня слышит, плюс чат, пожалуйста. Обновите страницу. Да. Ну, что поделать? Ничего не поделать в такой ситуации. О, плюсики вижу, чуваки, здорово. А это новый фамос, братан. Я тут. Давай, тихо, братан. Где ты? А. Блять, ну что это за бред? Долбоёб, блять. Надо ресы взять у него. Последний чувак остался. Нормально, на самом деле, первая катка, блять, и... уже до топ-2 дошли. Если топ-1 возьму, вообще будет охуенно. Правда, если ебучие лаги мне дадут это все сделать. Бля, вообще найс. Бля, джек-чак. Давайте не будем жадничать, окей? Возьмем джек-чак. Успеем заюзать. Здарова всем, ребят! Здарова. Ну почему, серьезно? Именно в такие классные моменты, когда охуенно катка идет, когда фамос нашли, когда не знаю, ну все реально классно, вот на стриме. И вот реально какие-то траблы появляются. Просто нереальные какие. Блять, не-не-не-не-не. Пампа. Все. Блять, найти бы его. Сейчас найти бы этого чувака и все. Два пада есть. Может, он где-то сидит, может, где-то... Вот я не знаю, против кого сейчас мы играем. Против Кекса? Или против профессионала? Нам это нужно узнать, срочно. А? Как мы это узнаем, ребят? Как мы знаем, против кого мы играем? Можно сделать предположение, что если человек сидит в кустах, то это, ну, Кекс. Поэтому нам нужно что? Правильно, смотреть, блять, кусты. Так, ну, подозрительных кустов я особо не вижу. Ну, вот это подозрительный куст максимум. Проверим. Нет, это не там. Хоть он вообще сверху сидит там. Все, может быть. Но на всякий случай у нас есть джампад, правильно? Давайте мы вообще наверх построимся на всякий случай. Повыше взяли точку, заебись. У нас больше обзора. Давайте сделаем предположение. Так. Во! Так, лестницу построил. Может быть, снайпер? Блять, Кекс, по-моему, нет? По-моему, Кекс. Это Кекс был! Ну, жалко, ладно. Да-да-да. Фамос, скажу вам честно. Нормальное оружие. Отдачи как будто вообще не чувствуется. Поэтому ставлю лайк Фамосу. Там-та-ра. Там-та-ра.